Здравствуйте, дорогие друзья, вы на канале Магия Полезные Советы, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Сегодня поговорим о трех знаках зодиака, которые легко идут налево или даже имеют второй дом. У них есть вторая жизнь. Среди представителей зодиака есть трое, которым особенно комфортно в полигамных отношениях. Для них относительно легко иметь любовника или даже второй дом, и это доставляет им удовольствие, которое им так нравится. 1. Скорпион. Люди под знаком Скорпиона любят тайны, ауру таинственности. К тому же они очень сдержанные. Если бы Скорпион сам поймал своего партнера на измене, он бы отомстил ему очень изощренным способом и никогда бы ему этого не простил. Однако принцип верности, похоже, не работает иначе. Скорпион предполагает, что если его не поймают, предательства не было. 2. Весы. Зодиакальные весы имеют большую слабость к драматическим отношениям. Чем больше их любовь стоит на пути, тем более страстно они любят и тем больше чувствуют, что эти отношения особенные. Поэтому они иногда оказываются в отношениях с кем-то, кого не любят, и тайно встречаются с другим партнером. Бывает и так, что они решают жить в эмоциональном треугольнике с партнером, который уже связан с кем-то. 3. Близнецы. Для близнецов двойная игра – это интеллектуальная шарада. Они относятся к романтике как к сложной игре и играют с ситуацией, ложью, интригами и тайными свиданиями на подсознательном уровне. Для них это неограниченный набор стимулов, которые делают возбуждение последних отношений постоянным. Благодарю за просмотр, подписывайтесь на наш канал, будьте с нами, а также ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Всего доброго, до свидания.